12.06 в Кирове. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии Анна Лапшина и Светлана Занько. Всем здравствуйте еще раз. И мы, как и обещали, приветствуем гостя нашей студии Дмитрия Курдюмова, заместителя председателя правительства области, который отвечает за социальный блок. Добрый день. Добрый день. Да, у нас есть аудиотрансляция в нашем эфире на нашем сайте hakirova.ru. У нас есть видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте. Кроме того, и запись, и аудио, и видео этой программы позже вечером вы сможете посмотреть и послушать на нашем сайте hakirova.ru. Напоминаю, что к сегодняшней встрече мы собирали вопросы в соцсетях, Facebook и ВКонтакте. И, кроме того, весь первый час провели тоже в приеме звонков, которые мы, вот вопросы, которые были заданы, часть из них адресована в блог Дмитрия Александровича, часть из них непосредственно направлена в город, и мы туда их передадим сразу же, мы это обсуждали в первом часе. Часть из них пришла уже на прямую линию с губернатором Кировской области Игорем Васильевым, который пройдет позже вечером в 8 часов вечера на ГТРК «Вятка». У нас есть целый блок очень серьезных вопросов, и начать хотелось бы с того, что недавно, вот буквально совсем недавно, на сайте правительства, на сайте соцблока была опубликована новость о дополнительных выплатах врачам первичного звена. Первое. Сейчас мы подсчитали, что уже три вида дополнительных выплат у врачей есть. Первое. За своевременное выявление онкологических заболеваний у пациентов на участке. Но это еще не введено. Это будет с 1 декабря 2019 года. Второе. За снижение смертности уже с июля 2018 года эти выплаты есть от 5 до 10 тысяч. И третье, которое вот сейчас... это будет... Давайте, Дмитрий Александрович, поясним. Кардиологически стимулирующие выплаты. Время очень мало, действительно, и мы с вами обсуждали эти вопросы, которые поступили. Они все очень важные, поэтому я предлагаю, на что мы не успеем ответить, я эти вопросы возьму, и мы на них ответим, безусловно, там, если будет контакт, те, кто их задавал, и отнесемся к этому неформально. А у нас предложение, мы это озвучили в первом часе, ответы на эти вопросы разместить в соцсетях, в соцблогах, чтобы все их видели. Никаких-то проблем, я думаю, да. Что касается выплат, вы знаете, у нас любой проблеме, проблема основная это и задача это снижение смертности населения Кировской области, трудоспособного населения, и снижение вообще общей смертности, нельзя достичь только мероприятиями, там, оснащения оборудования, это очень важное изменение маршрутизации, это тоже очень важная неотъемлемая часть создания системы, во-первых, системы контроля, как работает каждый участковый врач, участковый терапевт, педиатр, врач общей практики. И на основании этой системы создание, в общем-то, мотивации, да, стимулирующих выплат, финансовой мотивации. Надо сказать, что такая возможность, в отличие от ряда других, может быть, субъектов Российской Федерации, у нас существует благодаря развитой медицинской информационной системе. И благодаря медицинской информационной системе мы обладаем информацией на сегодняшний день, поименно, с привязкой к каждому участковому врачу по смертности на его участке, ежемесячное количество погибших, по профилям, какая терапия назначается в участке. Ну, в общем-то, много показателей, которые, в общем-то, они доступны не только нам, они доступны участковым терапевтам. Мы делаем все, чтобы они на них обращали внимание и использовали, а мы, в свою очередь, ежемесячно собираемся, ну, такие, скажем, закрытые совещания, где детально разбираем те показатели по участкам отдельно, по нашим подведомственным учреждениям, делаем ранжирование по причинам смертности, кто, в общем-то, снизил, отмечаем с лучшей стороны, анализируем тех, у кого, в общем-то, динамика отрицательная, выявляем там объективные, субъективные причины. Все еще раз, нам позволяет делать медицинская информационная система. Что касается этих выплат, мы сначала пошли от простого и установили простой показатель, потому что если ты их усложняешь и делаешь невозможным для того, чтобы каждый врач мог посчитать, наверное, это не работает. Один показатель – снижение общей смертности. Я сейчас не буду говорить о цифрах, но если до определенного числа общая смертность на участке падает, то доктор получает 5000 рублей ежемесячно при падении, только при падении и неувеличении. Если она задерживается ниже определенного показателя на участке, то независимо от колебаний в этом диапазоне, выплата составляет 10 тысяч. Это выплаты дополнительно, а не взамен существующим. У нас такая возможность есть. Это дополнительные стимулирующие выплаты в рамках положений по оплате труда. Естественно, что все эти выплаты, они относятся к определенному типу выплаты за качество выполняемых работ. Ну, потому что к официальным языком, это премия. Официальным языком говорить. Премия – это другая выплата. Это другой вид стимулирующей выплаты. Это выплата за качество. Ну, это дополнительная выплата.
Мы пошли дальше, потому что объективно у нас есть основные причины смертности, да, и они во всей Российской Федерации, в Кировской области одинаковые. Это смертность от болезней системы кровообращения и смертность от онкологических заболеваний. И здесь тоже задача была такая, чтобы сделать, ну, скажем, такие действенные, неформальные и в то же время там простые показатели, которые бы применялись при начислении той или иной выплаты. И здесь, и что касается онкологии, мне кажется, здесь нам это сделать удалось. Мы взяли три основных показателя. Это выявляемость на ранних стадиях, то, что мы видим в медицинской информационной системе, процент диспансерного наблюдения, в общем-то, и третий показатель. Выявляемость, диспансерное наблюдение, да, и активное выявление, это то, что, в общем-то, не во время диспансеризации выявилось, а для того, чтобы внимательно доктор смотрел на пациента. Они совершенно понятные, простые показатели, и мы решили, что уже в следующем месяце мы оценим, а доктора получат выплату при выполнении целевых показателей по онкологическим. Тоже не взамен, мы не стали усложнять первый, мы ввели второй. Естественно, выполнить его будет непросто, не все это смогут сделать, но что касается тех первых, о которых я говорил, выплаты за общую смертность, снижение общей смертности, сначала у нас получило их менее, около 160, да, за июль докторов. А вообще сколько у нас? Вы знаете, здесь мы сделали так, что эта выплата, она 618 участков. Мы осознанно сделали так, что эта выплата мотивирует докторов, во-первых, ну, скажем так, есть всегда в отношениях работника и работодателя две стороны. Поэтому мы платим ее независимо от численности населения на участке. И естественно, что доктора рано или поздно они задумываются, будут стимулировать, в общем-то, работодателей участки делать какие ближе к нормативному. Ну а там, где участки, скажем, маленькие и не загружены, ну, в общем-то, как-то равномерно эту нагрузку распределять. Они будут стимулировать работодателей привлекать на работу врачей. Здесь мы не маленькие, скажем так, сейчас проводим, ну, скажем так, взаимодействуем с медицинским университетом и ординаторов первого и второго года. Вот такая возможность появилась, мы привлекаем на работу первичное звено в город Киров. Я могу сказать, что уже по нашим данным, я сейчас не могу озвучить там общую цифру, но более 30 человек, да, это немало, потому что мы, когда начали анализировать смертность на участках, ну, что, простите, я буду использовать такие сухие слова, мы выявили, что, естественно, есть закономерность, где крупные участки, там она больше. Потому что надо, больше народу больше. Да, где совместительство, внешнее совместительство, внутреннее совместительство докторов, там тоже есть зависимость, что она выше. И ряд других закономерностей, в общем-то, которые мы показали и показываем руководителям, и требуем, чтобы, в общем-то, они обращали на это внимание. И, как мне кажется, единый подход к назначению выплат за общую смертность, независимо от количества населения на участке, и здесь оно уже мотивирует внести свои плоды. Дальше по онкологии мы установили, совершенно было сейчас такая же задача. Задача стоит разработать так называемые кардиологические схемы. Тоже нужно сделать так, чтобы они были простые и тоже дополнительные. Еще раз, я, наверное, вот достаточно много вопросов, хочу сказать, что такая возможность у нас есть благодаря тому, что мы их объективно оцениваем. И уже на третье число месяца следующего за отчетом эта информация есть у меня по смертности. Я анализирую ее в целом по области, естественно, Министерство здравоохранения, я смотрю на смертность на каждом участке. И знаете, было интересно наблюдать, когда я приходил в подведомственное учреждение, ну, на одно из открытий, я захожу к доктору, я спрашиваю, сколько у вас смертности на участке? Мне называют какую-то цифру. Я читаю фамилию на бейдже, открываю свой планшет и говорю, ну, вот вы чуть-чуть ошиблись, у вас столько. Было недоумение, откуда это. Я говорю, у вас такая же информация есть. И первое время мы находили, что на некоторых участках, вот когда мы начинали, скажем, в июле, этой информацией больше пользовались, ну, скажем, даже медицинские сестры, которые сидели, медицинская сестра. Но большинство докторов знало, но далеко не все. Сейчас, естественно, все смотрят эту информацию, анализируют, и тоже это основная цель. Дмитрий Александрович, дополнительные выплаты врачам – это денежная мотивация по совершенствованию работы. Как избежать здесь спекуляции, не возникли здесь ситуации, когда будет просто рисовать? А мне кажется, я уже ответил на этот вопрос. Это медицинская информационная система, здесь ничего невозможно прорисовать. И я даже больше вам скажу.
Я вчера общался с Натальей Николаевной Стащенко, это директор Федерального фонда обязательного страхования, и рассказывал ей, что Кировская область, я полагаю, скажем так, одна из первых в Российской Федерации не только выгрузила реестр счетов из медицинской информационной системы, но мы еще там и тарифицировали. И вся медицинская помощь теперь оплачивается та, которая, в общем-то, внесена в медицинскую информационную систему, откуда распечатывается в бумажном варианте. Безусловно, у нас бумажный документ оборота, по этому поводу мы договорились, что мы детально расскажем, вот, как мы к этому шли, какие, в общем-то, трудности были на этапе этого. Это очень важно, переписок не должно быть. Насколько денежная стимуляция и цели правительства могут мотивировать врачей на повышение квалификации, вот самостоятельное, обращаться за стажировками, обучением, переподготовкой? Как считаете? Это приветствуется вообще, когда врач просится на учебу? Я вам скажу, отвечу по-другому. Когда мы были молодыми, в общем-то, у всех докторов, кто и выпускников вузов, горели глаза. Врач — это призвание. Врач — это образ жизни, и здесь не самосовершенствоваться, ну, просто невозможно. А, безусловно, должны стимулировать, потому что, как вы понимаете, мы сделаем все, и это только первые шаги, для того, чтобы все стимулирующие выплаты, они были понятны, как в стационарах у нас уже начинают работать, там, за операцию и так далее, за положительный результат, чтобы они в амбулаторном звене, особенно в первичной, в зону первого контакта, это самое, ну, если хотите, там, такое сравнение, это передовая. Там, где не может быть ошибок, там, где должны быть работать самые компетентные, образованные, ну, скажем так, человечные, да, терпеливые, ну, много можно эпитетов доктора. Самосовершенствоваться придется, я думаю, что система будет стимулировать самосовершенствование. Более того, в этом будет заинтересовано еще и руководство учреждений, потому что мы оцениваем не только на участках показателей, а в целом по УПУ, и мы уже видим в городе Кирове лучшие УПУ, худшие УПУ. Ежемесячно, подчеркиваю, уже 3 раза у нас делали такие совещания, где, в общем-то, мы проходимся по показателям, и здесь, в общем-то, никто спорить не может. Учреждение тоже получает какие-то бонусы за то, что лучшее? Вот в целом учреждение, оно заинтересовано? Бонусы получают доктора. Доктора. Персонализированные. Да. Стратегические задачи правительства по снижению смертности в ситуации с повышением пенсионного возраста нас интересует, что в планах, даже, может быть, скорее не стратегические, а тактические. Может быть, планируется строить и реабилитационные центры, открывать социальные группы по занятию доступными видами спорта, я не знаю, да, развитие гериатрии. Совершенно все верно перечислили, фактически, да. Я бы сказал, что даже нечего добавить. Но если серьезно, действительно, на фоне снижения рождаемости, а такая ситуация сейчас, к сожалению, есть в стране, и один простой пример. У нас Кировская область, на фоне того, что, может быть, мы чуть больше снизили рождаемость, чем другие субъекты Российской Федерации, но у нас одно из самых высоких в стране количество рождений на одну женщину. Да? Да. Почему? У нас мама ни одного ребенка. Да, но вы знаете, у нас фактически там, ну, условно скажем, чтобы было легко запомнить, почти 1,7, а в Российской Федерации еще ниже. Простое воспроизводство, как вы понимаете, тогда, когда одна женщина рожает больше 2 детей. 2,1 ребенок, такое тоже сравнение сухое, должен рожаться в семье. Поэтому, к сожалению, мы наблюдаем отрицательную демографическую ситуацию. И мы делаем все для того, чтобы, скажем так, рождаемость стабилизировалась, и не решили здесь только мероприятиями экстракорпоратного оплодотворения, хотя мы, в общем-то, увеличили количество ЭКО. У нас их сейчас с криопереносами более 900, там 960, по-моему, на этот год. И ограничений здесь нет, в общем-то, все, что раньше даже было платно, либо были какие-то сомнения, там всей стране это абсолютно бесплатно, все мероприятия в рамках программы обязательного страхования. Но, как вы понимаете, хорошая эффективность чуть более 30%. Мы применяем, стимулируем рождаемость там, да, различными выплатами. Не буду подробно останавливаться. Это и федеральные выплаты на первого ребенка, да, это и средства материнского капитала, это региональные. Вот к этому и подхожу. Да? Но здесь мы можем улучшить демографическую ситуацию, увеличить продолжительность жизни. Да? Продолжительность жизни в Кировской области тоже это более 72 лет, да, ожидаемая продолжительность жизни. Здесь мы открываем гериатрические койки. В этом году это амбулаторное звено, в следующем году откроем гериатрические койки за счет средств областного бюджета.
Это первое мероприятие. Второе очень важное мероприятие в рамках нашего проекта – демография. Мы должны увеличить не только среднюю продолжительность жизни, но еще среднюю продолжительность здоровой образа жизни, это приверженность. Мы явно должны привлекать людей к занятию физкультурой. Да, есть белое слово спорта, но физкультура и спортом. Делать его доступнее, у нас количество занимающихся должно быть значительно вырасти и приближаться к 50%. Я правильно понимаю, что речь идет о людях старшего возраста в том числе? В том числе, да. Вы сейчас конкретно о них говорите? Да, пенсионные, предпенсионные. Как это создание и спортивных площадок, это и то, что мы как-то с вами обсуждали, создание групп таких здоровых центров социальной поддержки, спортивных, наших подведомственных учреждений. Это пока все это в планах или уже происходит? Я сейчас осознанно избегаю каких-то цифр, потому что у нас есть паспорт национального проекта, у нас есть проект, у нас есть, скажем так, региональная составляющая федерального проекта. Мы рассчитали потребность в этом, сколько нам нужно средств, но, безусловно, как и все регионы, мы сможем справиться, привлекая только федеральные средства. Да, и окончательно мы скажем, когда сейчас идет формирование федерального бюджета, мы объясняем и, скажем так, обосновываем нашу потребность и готовность, в общем-то, активно участвовать и реализовывать эти мероприятия. Это и плоскостные сооружения, это и закрытые сооружения, это и ФОКи в районах, скажем, многофункциональные площадки, это, безусловно, и бассейн, и так далее. Ну, в общем-то, то есть, можем ли мы сказать, что в ближайшее время и в следующем году стартует региональная программа по открытию социальных групп, занятий там, физкультуры, например, спортом, людей пенсионного... Я только сказал, это не только региональная, это стартует федеральная программа в рамках национального проекта. Мы ждем деньги. Демография, да. Мы рассчитали нашу потребность и уже готовимся к ее реализации. Говорить, что мы только ждем деньги, это неправильно. В любом случае мы будем это реализовывать. Дальше, есть лечебная составляющая этой программы, кроме здорового образа жизни, нам нужно заниматься активнее профилактикой. Нужно углубленнее и чаще делать диспансеризацию. У нас есть, скажем, планы о дополнительном включении, скажем, методов исследования в первый этап диспансеризации, в связи с этим, изменение там, каких-то стандартов региональных, по второму этапу диспансеризации, населения, части онкологии, я как-то тоже не буду останавливаться подробно. У нас есть планы, скажем так, и это тоже отражено в национальном проекте, увеличить количество прививок населения, скажем, вот это как раз 60 лет старше от заболеваемости пневмония, пневмококка. Да, прививать вместе там с вакцинировать от гриппа, потому что во всей стране, в общем-то, особенно в Приволжском федеральном округе, в этом году есть отрицательная динамика, то есть по показателям, по заболеваемости и как результат смертности этого группы риска, это возраста от болезней органов дыхания. Да, поэтому мы пойдем по всем направлениям. И здоровый образ жизни, физкультура, и профилактические мероприятия, диспансеризации, и, скажем так, будем делать там еще прививки, профилактики заниматься, кроме гериатрической койки. Ну и, безусловно, здесь говорит о том, что мы достигнем этих показателей не совершенствуя мероприятия в сфере здравоохранения, такие как болезни системы кровообращения. Могу сказать, что на сегодняшний день уже, благодаря тому, что мы активно занимаемся проблемой смертности от БСК, у нас резко увеличилось количество пациентов, прооперированных на сердце, не только доставленных с авиации, мы об этом много говорили, но мы понимаем, что эта цифра должна быть удвоена. Удвоена. Это малоинвазивная операция на сердце при инфарктах. И мы к этому готовимся, и вы знаете, мы уже сейчас на имеющихся мощностях можем осуществить сильный прирост и идем там, на расстоящими темпами. Мы готовимся к реализации одни из первых национального проекта здравоохранения, его составляющей там борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это, безусловно, и модернизация регионального сосудистого центра, замена, установка нового оборудования, изменение системы маршрутизации. Мы, кстати, ее уже поменяли, мы теперь активно работаем на то, чтобы пациенты максимально доставлялись сюда, в город Киров. Областная больница начала, в общем-то, достаточно непростые операции, современные, такие как тромбоэкстракции, удаление тромбов при ишемических инсультах. Мы в самом начале пути и, в общем-то, будем это развивать. Поэтому здравоохранение тоже, в общем-то, будет участвовать.
том, чтобы средний год жизни, здоровый, активный. Да, активный период. Давайте приступим к ответу на вопросы, которые поступили в наших соцсетях. Напоминаю, что мы размещали анонс нашей прямой линии с Дмитрием Курдюмовым. Алексей Веселков пишет: «Последствия оптимизации здравоохранения мы все ощутили на собственной шкуре. Вертолеты летают, специалистам в поликлинике не попасть. И теперь вопрос: в обозримом будущем сможем ли простой смертный без ведра валерьянки, ругань в регистратуре, высиживание бесконечной очереди у терапевта с восклицательным знаком попасть к спецу на консультацию? Спасибо». Вы знаете, вопрос такой всеобъемлющий. Давайте разобьем на несколько частей. Ругань в регистратуре. У нас, я хочу сказать, что в день у нас обращаются за первичной медико-санитарной помощью в поликлинике и так далее до 38 тысяч жителей Кировской области. Да, и безусловно, конфликтные ситуации возникают, и те, которые, в общем-то, здесь были заявители. Зачастую вот весь комплекс, который был высказан сейчас, вот, негодование возникает от недовольства общения, скажем так, при первом контакте. Поэтому для нас является принципиально важным, чтобы вот те люди, с кем, те специалисты, с которыми сталкиваются наши пациенты в поликлиниках, они были компетентны, могли правильно отвечать на все вопросы, и они были преимущественно, безусловно, с медицинским образованием. Причем, вы знаете, это не всегда сразу медицинские регистраторы. Я могу сказать, что мое мнение достаточно твердое, которое, в общем-то, и, безусловно, разделяет Министерство здравоохранения. Самый компетентный человек на входе – это человек, который вот, ну, с опытом и с работой на столе справа. Потому что по тому, как организовано… Можно любую вещь организовать, но если не буду знать, как с ней работать медицинские специалисты, ну, наверное, грош этому цена. Поэтому мы их обучаем, безусловно, обучаем бесконфликтному поведению. И они должны обладать всей полнотой информации, как работают современные информационные технологии. Потому что, попадая в нашу поликлинику, не всегда нужно идти в регистратуру. Вот если стоит терминал, можно на диагностическое исследование, имея направление какое-то, да, сдачу крови, там, кабинет доврачебного приема, попасть в мимо регистратуру. Это уже снижение очередности, и здесь никаких нет проблем. Можно я дальше я отвечаю на вопросы, да, чтобы хорошо сэкономить время. Простите, там, да, время очень мало. У меня мало. Был личный пример. Я максимум хочу. Как это работает? Да. Личный пример мы с вами разберем. Попасть к спецу на консультацию. Здесь тоже стол справа может помочь. Но я хочу сказать, что мы мониторили. Вот брали поликлинику одних известных. У нас сейчас есть такая система электронной очереди. Ну, безусловно, есть, наверное, перегибы, но мы смотрели среднюю температуру по приему, сколько проводит в течение дня, причем мы брали, так скажем, обычную неделю, сколько проводит посетитель от момента нажатия на кнопку на терминале до выхода, скажем так, до выхода из кабинета, до входа в кабинет это 20-40 минут. Ну да, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Бывают сложные ситуации, бывают непростые клинические случаи. Поэтому говорить о том, что у кого-то из 38 тысяч в день не возникает вопросов, и они не будут нам задавать, неправильно, нужно уметь на них отвечать. Что касается приема узких специалистов, еще раз повторю, у нас только что мы рассказывали о том, что самые компетентные и специалисты, обладающие, скажем, всей информацией о населении на прикрепленном участке, это врачи, назовем так, первичного звена, хоть я не очень люблю первичного звена, это участковые терапевты, это участковые педиатры, это врачи общей практики, семейные врачи. Они знают, какое население на этом участке, они знают структуру заболеваемости, они понимают, какими тяжелыми заболеваниями они страдают, даже с группой орфанных заболеваний. В общем-то, они своевременно проводятся мероприятия по обеспечению их медикаментами из программы семи высокозатратных нозологий. Поэтому подхожу к вашему вопросу. Первый человек, который должен определять, нужна или не нужна консультация узкого специалиста, это врач первичного звена. Безусловно. И с большинством заболеваний, да, он умеет и должен успешно справляться. Узкий специалист,
это, безусловно, грамотный, компетентный специалист, прошедший ординатуру. Но показания, консультацию которым, да, и направление дает врач, специалист первичного звена. Мы должны прерваться сейчас на короткую рекламу, но я хочу спросить, у нас есть проблема с узкими специалистами? Вот проблемы с терапевтами, кстати, Александр Быкасов, наш коллега, задавал этот вопрос. Вы уже сказали, как вы сейчас движетесь в процессе ее решения, да? 30 человек уже в город Киров пришло, стимулирующие выплаты, перераспределение людей. 30 человек, я сказал, дополнительно, это те, кто учится в ординатуре. У нас, да, кажется, что пришли у нас более 90 докторов в начале учебного года, а к нам пришло более 90 специалистов, окончивших наш вуз. А еще 30 – это те, кто обучаются в ординатуре. И я могу сказать, что это количество значительно выше, благодаря тому, что такая возможность появилась в связи с изменением законодательства, да, работать сразу, да, после окончания вуза. Есть проблемы с узкими специалистами? Мы ее можем обозначить, что она есть? Светлана, ну, очевидно, она есть. А после рекламы мы расскажем. Очевидно, она есть везде. Как вы с этим боретесь? По узким специалистам мы продолжаем. Кто смотрит на нашу трансляцию в нашей группе ВКонтакте, вы знаете, что мы продолжаем обсуждение и в процессе перерывов тоже. Проблему обозначили. Есть проблема с узкими специалистами, так же, как и с терапевтами. Если по терапевтам мы представляем, какими шагами сейчас идет Минздрав, то что по узким специалистам? Или это примерно похожая история? У нас, как и во всей Российской Федерации, безусловно, есть дефицит узких специалистов. Одно из мероприятий, опять же, это национальный проект здравоохранения, ликвидация кадрового дефицита. Мы знаем в цифрах по каждой специальности, сколько специалистов нам необходимо. Но это не значит, что вот мы сегодня здесь не готовы этих специалистов взять, принять на работу, или кого-то не принимаем. Их нужно подготовить. В соответствии с новыми образовательными стандартами у нас выпускники медицинских университетов проходят аккредитацию, а после этого попадают в ординатуру. Причем в ординатуру у нас попадают далеко не все, а в соответствии с государственным заданием, которое доводит, в общем-то, Министерство здравоохранения Российской Федерации. И по прошлым годам это примерно треть. Сколько мы ожидаем прироста узких специалистов? Все остальные идут в первичное звено. План у нас есть на 2019 год по узким специалистам? Светлана, у нас есть план прироста по узким специалистам. Мы обозначаем эту проблему. Эта проблема в целом, она, ну, не только там демографическая, это проблема и с изменениями, скажем, правил подготовки. Я не хотел бы сейчас на этом подробно останавливаться, но в связи с этим мы направили предложение Министерства здравоохранения о том, как привлекать узких специалистов в первичное звено в районной области. По нашему мнению, нужно, как вы понимаете, когда выпускник вуза поступает в ординатуру, идет бальная оценка знаний. И по нашему мнению, для того, чтобы привлекать людей работать в районной области, в общем, да, и там их впоследствии сохранять, в этой бальной оценке нужно резко увеличивать долю баллов за работу в сельской местности, в общем-то, в поселках городского типа и района. Эту проблему, это предложение я уже направил в Министерство здравоохранения, переговорил, и в целом она была поддержана. Могу сказать, что следующий год, по моей информации, количество мест в ординатуру, оно будет увеличено, ну, значительно в Кировской области, поэтому решаем. Да, вопрос, который пришел под видеотрансляцией в нашей группе ВКонтакте, напоминаю, идет видеотрансляция прямого эфира. Когда начнется, Виталий Рожнев пишет, когда начнется в районе Чистые пруды строительство полноценного отдельно стоящего здания поликлиники, детской и взрослой? В ответе за вашей подписью к вам, Виталий Александрович, обращаются. Написано, что в 2019 году деньги на это уже найдены, участок подготовлен. Конкретные такие вопросы у Виталия. Чистые пруды, в общем, там отличаются тем, что это, во-первых, большой, молодой и очень активный микрорайон. Могу сказать Виталию, он, наверное, заметил, что за моей подписью также уходили письма о том, что там будут строиться школы и детские сады. Это сейчас идет. Там строится, в общем-то, школа. Сейчас активно там идет строительство двух детских садов. Планируется в наших планах, возможно, еще строительство третьего детского сада. Чистые пруды. Что касается строительства поликлиники, ну, я могу сказать, что когда будет построен, скажем, мост, безусловно, проблема острота, в общем-то, и улучшение доступности мест с этим еще произойдет. Здесь для того, чтобы понимать
где строить предпринято, недостаточно для нашего желания. Да, мы сейчас должны определить, а на каком земельном участке это можно сделать. То есть идет определение земельного участка. Ну, Светлана, давайте пока, наверное, скажем и так. Мы снизили остроту по поликлиникам в Чистых прудах. Мы нашли помещение. Здесь мы, в общем-то, отработали. Здесь мы нашли понимание, скажем так, застройщика. И эта работа происходила вместе. Мы открыли структурное подразделение детской поликлиники в Чистых прудах. Это нам помогло, в общем-то, второе, да. Мы понимаем, что район растущий, и в дальнейшем, безусловно, будем этим заниматься. Но это вопрос, 2019, но это вопрос не только к нам. Вы знаете, когда вопрос комплексного оснащения и планирования социальной инфраструктуры строящихся микрорайонов. Потому что, когда сталкиваешься с этой проблемой, понимаешь, что там нужно все. И детские сады, и школы, и поликлиники, да, и все это требует свободных земельных участков. Еще раз повторю, что сейчас строятся детские сады, школы. Отдельно стоящая поликлиника в 2019 году появится или нет? Нет. Другие инструменты пока используются. Светлана, вопрос конкретно ответили. Мы должны конкретно ответить. Я конкретно отвечаю, что сейчас вся медицинская помощь оказывается в полном объеме населению. Мы понимаем, что этот микрорайон будет расти. И потребуется расширение медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Но сейчас я не готов ответить, на каком земельном участке это произойдет. Сейчас мы это делаем в строящих, построенных домах на первых этажах. Алевтина Анатольевна Бояринцева, телефон у нас есть, пишет. Вопрос касается реабилитационных курсов для людей, у которых была операция на суставах. Самой делали ей операцию на тазобедренном суставе в Нижнем Новгороде. Туда же ездила в реабилитационный центр платно. Теперь такой возможности нет. Есть ли она у нас или будет ли она в Кирове? Вы знаете, ну, надо было начать с того, что нужно было делать операцию у нас. Вот у нас есть отделение ранее послеоперационной реабилитации, у нас есть после отделения реабилитационное на базе Слободского центральной больницы в Архуше. У нас другие условия. Возможно, просто речь идет о достаточно отдаленном периоде времени. Вот не знаю, нужно выяснять. Вы знаете, каждая ситуация лечения пациента, она уникальная и требует. И так вот отвечать сходу, что показано этому пациенту, я бы не стал. Ну, нам так сделать сейчас нужно. Реабилитационные обратиться на консультацию, как минимум, к нашим специалистам, которые дадут ей рекомендацию, если надо, в общем-то. Центр травматологии, ортопедии, нейрохирургии. Куда приезжают, кстати, из Нижнего Новгорода пациенты, более 500 человек в месяц. Давайте уточним сразу, что в центр травматологии можно прийти напрямую. Для этого не нужно сначала идти к терапевту, направление получать, я правильно понимаю? Или все-таки надо сходить к своему доктору? Анна, правила для всех одинаковые. А все-таки надо. Всех терапевтов. Если травмы нет, то к вам нельзя напрямую. Понятно? Анна, вот я бы сарказм убрал, да, потому что, знаете, когда вот такой сарказм рождает вопросы. Вы поэтому вот не сомневайтесь, система работает одинаково, она выстроена. Поэтому оказание помощи с заболеваниями, пациентам с заболеваниями опорного аппарата, и определение показаний необходимости консультации узких специалистов, да, может быть, терапевт может направить куда-нибудь сразу сам, минус, в общем-то, происходит именно так, как я вам об этом уже рассказывал. И здесь все очень просто работает. А в центре травматологии, нейрохирургии и ортопедии города Кирова точно есть реабилитационное отделение, Вы знаете, прием идет даже по выходным, насколько я знаю, поэтому никаких сложностей здесь нет. Вопросы по поводу обеспеченности школ медицинскими сотрудниками и медкабинетами. В частности, пишут, что во втором корпусе Кэпла на свободе нет медкабинета и медицинского сотрудника. А если с ребенком что-то случится, кто будет оказывать первую помощь? Детская поликлиника рядом находящаяся. Ну, вы знаете, безусловно, мы сейчас, буквально на днях, я получил сводную информацию, и мы запланировали, скажем, такое совещание. Здесь проблема, скажем, она комплексная. У нас школы, вот вы озвучили государственные, у нас есть муниципальные школы, где кабинеты, они либо лицензировались сами вообще образовательными учреждениями, либо кто-то лицензировал кабинет из медицинских организаций. Поэтому мы сейчас эту информацию систематизируем. Мы, конечно, не ссылаясь на кадровый дефицит, вот эта помощь первичная медико-санитарная в школах, в образовательных организациях должна быть, в общем-то, здесь нет никакого сомнения. Где такая возможность сейчас отсутствует, мы
понимаем и отрабатываем сейчас с руководителями, каким образом должна, в общем-то, эта работа проводиться, и откуда сотрудники должны привлекаться в кратчайшее время, чтобы дети получали всю необходимую помощь. Остается 2 минуты для завершения нашей программы. Напоминаю, в нашей группе ВКонтакте есть видеотрансляция, и все вопросы, которые вы прислали, а мы не успели озвучить, Дмитрий Александрович сказал уже в самом начале программы, что он соберет, и открыто в соцсетях соцблог ответит на все вопросы конкретно, чтобы мы могли видеть. Но у нас предстоит урбанистический форум на следующей неделе, 23-24 числа, и есть несколько вопросов, которые к вам направлены, Дмитрий Александрович, которые касаются в том числе и благоустройства и внешнего вида. Mm-hmm. Анатолий Курбатов спрашивает, известный активист в городе, кто выбирает цвета для новых поликлиник? Есть и более резкие оценки выбора цветов в поликлиниках? Ответьте, пожалуйста. Ну, вы знаете, я отвечу не только Анатолию. У нас есть общий брендбук взрослых поликлиник и детских поликлиник, и они одинаковые. И это вопрос вкуса. Вы знаете, вот если приходят домой гости, ну, скажем так, 10 человек, половина скажет, что он бы сделал лучше либо по-другому. Естественно, что привлекались и привлекаются вот к этой работе нашими подведомственными учреждениями, не только системы здравоохранения, но и образования дизайнеры. И всегда это, в общем-то, достаточно, ну, такой непростая работа, и идет, ну, оценка, там, скажем, общественного мнения, и сами сотрудники организации оценивают. Поэтому я считаю, что если есть какие-то предложения, то попросим Анатолия направить. Куда? Он дизайнер? Нет, ну не дизайнер, но если он у него есть, город, куда он может отправить? Кто работает с брендбуком наших поликлиник и больниц? То есть куда, если есть эти предложения, замечания, куда люди могут отправить? Профильное министерство учредителей, пожалуйста, направляйте. Министерство здравоохранения, министерство образования. Ну, мне, допустим, нравится. Мне нравится, как выглядят наши детские поликлиники. Ну, тут, я так понимаю, у Анатолия был вопрос не столько про детские поликлиники. Да, Дарья Орлова уточняет, вот по входной группе Кировской областной больницы и по цвету, я так понимаю, решение фасада и забора. Мне нравится входная группа областной больницы. Я не знаю, большинство пациентов, которые приходят в областную больницу, положительно высказываются о том наборе цветов, которые были использованы. А если это Дарья Орлова, я правильно услышал? Совершенно верно, да. Да, ну, Дарья Орлова, она, в общем-то, всегда, значит, имеет свое мнение, это очень ценно, она очень грамотный специалист, журналист, но вот сегодняшний я почитал интересное название, что одна из больниц Кировской области районных накопила огромные долги перед и не может рассчитаться по 227, значит, контрактам. Ну, вы знаете, это как название одно, а суть другая, и это в топе Яндекс новостей, а по факту у нас ничего в помине подобного нет. И по моей информации, там полгода, не полгода назад, в общем-то, там ситуация была несколько отличная. Поэтому всегда будут люди, которые, в общем-то, имеют свое отличное мнение, это здорово. А мы всегда будем отвечать на эти вопросы. Могу сказать, что внешний облик областной больницы, ну, там у каждого корпуса он свой. Он выбирается не только от набора цветов, да, но и выбираются самые эффективные с точки зрения экономической составляющей, ну, скажем так, решение по устройству этого фасада. Потому что есть материалы дорогие, есть материалы дешевые, есть материалы, которые могут использоваться и работать по целевому назначению, меньших средств нет. Это, знаете, такое комплексное решение, которое под собой не имеет только, скажем, одно – выбранный цвет. Давайте мы сделаем следующим образом. Мы сейчас предоставим возможность прочитать новости. У нас есть буквально пару вопросов, которые мы доснимем, вот оставим прямую трансляцию ВКонтакте. Мы можем это сделать? Ну, я могу остаться. Два вопроса Дмитрию Александровичу задам. И вы в группе ВКонтакте не переключайтесь, сможете услышать и увидеть. Ну и, собственно говоря, на сайте Хакирова вечером аудиозапись и видеозапись будет. Продолжаем разговор. Трансляция в нашей группе ВКонтакте также продолжается. И запись нашей программы аудио и видео вечером выложим на сайте Хакирова.ру. Я не в курсе того, что написала, не видела еще статью, которую написала Дарья Орлова. Но, возможно, я могу так предположить, потому что было много таких вопросов. Я сказал на сайте, на свой Кировский. На свой Кировский, да. Я просто не была там, не видела, поэтому не могу даже обсуждать эту тему. Но я помню вопросы журналистов на пресс-завтраке с губернатором, где как раз социальный блок был представлен, и вы там были, вопросы от журналистов
о своевременных ответах на запросы. И такой же вопрос поступил в наши соцсети от Александра Быкасова, тоже журналиста. Насчет своевременности ответов на запросы, в частности, может быть, вот такая публикация, которая, как вы говорите, не соответствует действительности, вышла из-за того, что запрос был, а ответ не своевременный. Стефан, это не совсем так или совсем не так? Запроса не было никакого, как мы выяснили, была информация когда-то на сайте по итогам камеральной проверки, да, причем которая проходила полгода назад. Я сейчас даже не об этом, а о том, что вышло через полгода с таким названием. То, что касается запросов, мы в день получаем, ну, я не знаю сколько, но там, в среднем, мне кажется, там 5-10 запросов, и на все своевременно отвечаем. Только часть запросов, к сожалению, они содержат такие вопросы, которые, в общем-то, ну, не то, что мы на них не хотим отвечать, они сформулированы, ну, скажем так, мы, может быть, отвечаем не так, как ожидали на них. Мы, безусловно, отвечаем на все вопросы. И сейчас идет, я хотел бы понять, что идет очень непростой период подготовки, скажем так, вот этих вот федеральных, региональных составляющих национальных проектов. И мы делаем это максимально открыто. Вот видите, я у вас отвечаю здесь на вопросы. Мы регулярно проводим, скажем так, и пресс, там, конференции, где, в общем-то, каждый может задать вопрос. Те все журналисты могли задать вопросы, и я думаю, что и задали все интересующие вопросы во время завтрака с губернатором. Мы обсуждали вот буквально на днях о том, как еще создать условия для того, чтобы, в общем-то, ответить на все вопросы. Я думаю, что в ближайшее время будут проходить такие форматы, как вот, ну, скажем так, ответы на вопросы за круглым столом, там, раз в две недели, может быть, там, в каком-то кабинете со мной, может быть, кто-то будет приглашаться из руководителей Министерства социального блока. Мы сделаем все, чтобы, в общем-то, максимально ответить на все интересующие вопросы журналистов, активных жителей, потому что, вы знаете, ну, неправильно, совершенно, мы четко понимаем, для того, чтобы, в общем-то, все работало и вы знали, как этим пользоваться, мало, скажем, объяснять своим подведомственным учреждениям, нужно и учить этим пользоваться жителю, объяснять это журналистам, чтобы они до жителей доносили. Да, еще два вопроса очень важных, на мой взгляд. Не знаю, следите ли вы за ситуацией с поликлиникой Некрасова 14, не конкретно с самой поликлиникой, а с той территорией, которая к ней прилегает. Впервые эта ситуация была освещена на страничке в Фейсбуке Владимира Шабардина, детского омбудсмена, где показаны разбитые тротуары и лужи. Это прилегающая территория? Прилегающая. Она, к сожалению, как мы выяснили в процессе, это придомовая территория, и жители неактивны в благоустройстве. Однако поликлиникой пользуются дети, в том числе те, которые идут на медицинскую экспертизу. Я вам приведу такой пример. Мы ведь не сильно во времени ограничены. Да? Сейчас нет. У нас, я тоже живу, в общем-то, в многоквартирном доме на улице Егоровская, дом, который я еще, будучи студентом, в общем-то, как говорится, участвовал в его строительстве, и разбита прилегающая территория. Мы собрались на собрание собственников и начали обсуждать для того, чтобы сменить управляющую компанию и тариф на текущее содержание уменьшить. После этого, в общем-то, я спросил, мы понимаем здесь, как собственники, что нужно, наоборот, как-то вкладываться и территорию приводить в порядок, проводить текущие ремонты, скажем так, и фасада зданий, капитальные ремонты, там, ну, участвовать в всех мероприятиях с привлечением средств, скажем так, грантовых, ну и так далее. Все с этим согласились, но, в общем-то, все осталось на тот момент так, как есть, а яма, в общем-то, перед... я просто взял и ее и залил. Вот здесь поликлиника номер... Вы знаете, поэтому здесь, как? Я понимаю, здесь есть проблема в том, что, да, вы совершенно правы, что все стали собственниками жилья и коллективной собственности, скажем так, прилегающей территории, но не все это осознают. Ну, безусловно, у всех и возможности разные, там, содержать и вносить средства на, после решения собственников, да, на это, там, собрание собственников, там, вносить средства на выполнение мероприятий по ремонту. И я хочу сказать, что в последнее время много сдвинулось у нас в работе с администрацией города Кирова, мы и в районах, когда мы открываем какие-то сейчас поликлиники, то мы просим их провести всю необходимую работу, в том числе с управляющими, компанией, собственниками, потому что максимально провести благоустройство прилегающей территории.
Дмитрий Александрович, Некрасов... конкретный пример. Я отвечаю, да, безусловно, там хоть это и не собственность поликлиники, но мы будем через администрацию города работать с собственниками, помочь просить администрацию города, скажем так, провести методическую работу, как-то поучаствовать, привлечь средства для того, чтобы эту проблему устранить. Я понимаю, о чем идет речь. Неприемлемая ситуация. И ясно, что у нас зима, лучше там мастеры все выравнивают, но надо, в общем-то, все-таки сделать до конца. Я возьму это на контроль. Спасибо. Ну и последний вопрос. У нас на него буквально 3 минуты. Игорь Багин спрашивает, будут ли предлагаться какие-нибудь инфраструктурные решения со стороны Минздрава на межведомственный уровень, например, необходимость сокращения интенсивности автотрафика в городе на основе подтвержденных данных, собранных в том числе медицинским университетом, о влиянии вредных выбросов от предприятий, передвижных источников загрязнений, но автомобили, транспорт, на заболеваемость и смертность в Кирове. Минздрав будет давить на город, чтобы он улучшал экологию и уменьшал количество выборов? Потому что есть ведь данные, как выбросы коррелируются, да, коррелируются. Знаете, заболеваемость, вот то, что не писал, как вы сказали, Игорь Багин. Игорь Багин, ну, нужно, конечно, изучить. Я могу сказать, что будет ли давить Минздрав. Минздрав не только должен заниматься там лечением, но и профилактикой, да, заболеваний. Поэтому давайте так, я пока не отвечу на тот вопрос, который был задан. Да. Ну, это такая хорошая тема для дискуссии. Тема для дискуссии хорошая, но которая требует, в общем-то, проработки. Да, проработки. Потому что да, давайте уменьшим количество мелкодисперсных частиц в воздухе. Да. От кого эти частицы, что это за частицы, как их обнаружить. Да. Ну, вопросов очень много, поэтому там, чтобы это не было декларативным вопросом, да, мы за экологию, да, мы за профилактику, да. Готовы участвовать в дискуссионных площадках? Готовы. Спасибо большое, Дмитрий Курдюмов, был в студии нашей радиостанции. Мы сейчас завершаем наш разговор. Благодарю вас за участие. Сейчас в нашем эфире будет программа «Интервью», а мы прощаемся с вами. Всего доброго.